Трагедия сегодня произошла и на юге Китая. Оползень накрыл ряд многоэтажных домов в городе Шэньчжэнь. По информации China Daily, обрушились более 20 зданий. Предполагается, что под обломками могут находиться более 40 человек. Большинство жителей этих домов удалось заранее эвакуировать. На месте ЧП идут поисково-спасательные работы. В них принимают участие свыше 600 специалистов и волонтеров. На данный момент из-под завалов удалось достать живыми 4 человека.